С 2006 года в Беларуси работает служба «Одно окно». С этого времени изменился порядок решения вопросов, по которым граждане обращаются в государственные структуры. Комплекс «Одно окно» позволяет в любое время, в любом месте зарегистрировать документ, передать его на исполнение и даже проследить вплоть до ответа. Основной целью создания службы «Одно окно» является обеспечение приема заявлений и выдачи решений по этим заявлениям по административным процедурам в одном месте. Для удобства граждан Бреста служба «Одно окно» создана как в Брестском горисполкоме, так и в администрациях района. Перечень административных процедур, осуществляемых в отношении граждан и субъектов хозяйственных, определены у нас законодательством. Также законодательством определены перечни документов, которые необходимо предоставить заинтересованному лицу, и перечни документов, которые мы, как служба «Одно окно», можем запрашивать для того, чтобы человек получил нужный ему результат. Быстро и точно можно решить ряд волнующих вопросов граждан. Никакой бумажной и многочасовой волокиты, поэтому можно с уверенностью сказать, что служба «Одно окно» пользуется большим спросом среди граждан. За 2021 год в службу «Одно окно» обратилось около 30 тысяч человек. Среди физических лиц популярностью пользуется процедура предоставления арендного жилья в наем. Среди юридических лиц популярностью пользуются вопросы, связанные с торговлей, размещением рекламы, наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве и получение разрешительной документации. Помимо решения вопроса бумажной волокиты, для комфорта брещан созданы все удобства. Место их приема оборудовано разделяющими пластиковыми панелями, системами видеонаблюдения. В помещении обеспечена безбарьерная среда для лиц с ограниченными способностями. Я сегодня обращался в службу «Одно окно» для оформления процедуры. Я считаю, это очень удобно, потому что не надо бегать там по этажам, по разным кабинетам, разным инстанциям. Меня, скажем, очень быстро решили мой вопрос. Заняло это не более 7 минут. Я считаю, что это очень удобно и рекомендую всем пользоваться этой службой. Служба «Одно окно» в своей деятельности руководствуется принципами доброжелательности и справедливости, а также профессиональной компетентности к своим клиентам. А потому не стоит сомневаться, что граждане по достоинству оценивают все преимущества нововведения.